Ребятки, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании. У нас продолжается акция поведения недельного божественного дракончика. Осталось всего лишь день 15. Арбуз плюс пчела сочетаем, чтобы его получить. И, естественно, у нас легендарный дракончик Чаровница. Сила удара 77, если мне память не изменяет. В общем-то, я сейчас и пытаюсь его вывести. Это у нас огонь плюс чернобронный. Также, что у нас еще произошло? У нас идет сейчас событие, ну, божественные сундуки есть за Таи, да, как там тебя, Хоуи. За Хоуи, но он ничем особо не выделяется, потому я особо билетиков здесь тратить не буду. Так, битва с боссом, как я и говорил, у меня реально уходит 2 дня, чтобы пройти один круг. Потому что много времени я пропускаю, нет возможности быть все время в игре, но это не суть важно. Как видите, у меня уже, ребятки, 68 билетиков насобиралось, а насобиралось их почему? Где это у нас было? Это ерунда? Не здесь. По-моему, тут, короче, в общем-то, я за 58 гривен, что в переводе, короче, 2 бакса, ребята, купил мой первый донат в игре. Задонатил по-божески так. Вот такую вот ерунду. По ней, короче, очень тяжело попасть. Вот, но она дает билетик. Во! О, лавка божественных билетов. Вот так вот она выглядит. И она дает, ну, каждых 4 часа один билетик за 4 часа. Ну, насобирать она может не больше 6. То есть, если вы 6 и 4, ну, то есть, целый день можно не собирать, в принципе, билетики, а она здесь накопит целых 6 билетиков. Что, в целом, в общем-то, очень круто. Ну и как вы видели, мы уже насобирали внушительное количество билетиков, которые я буду тратить на дракончика, который у нас появится в понедельник, ребята. В понедельник, давайте заглянем, что у нас тут по заданиям храма. Вот, вижу. Так, проверим, что у нас с едой. Еда у нас готова, да, готова. То есть это задание можно быстренько сейчас выполнить. Так, кстати, я случайно вот удалил одну ферму, пришлось вот заново строить. Бывает и такое. Не знаю, как так могло получиться. Так, ну, а мы берем задание собирать жетоны в темнице, но перед этим мы, ребята, кого-то сейчас качнем. И кто же это у нас будет? Да. Кстати, да, как вы могли заметить, божественный у меня получился. Та-дам! Очень круто. Так, ну а сегодня у нас, ребятки, на прокачке Нечжа. А буковка Д это значит божественный? Ой. Нет свободных жилищ божественных. Не, вообще-то у меня есть свободное жилище. Давайте сейчас мы тут кого-то выгоним из божественного жилища. Так, вот у меня тут божественное жилище. И вот здесь где-то у меня есть парочка божественных жилищ, по-моему. Так, жилище богов. Тебя двигать. Вот именно вот сюда. У меня есть пару свободных мест в жилищах света. Так, ну а тебя мы размещаем. Та-дам! ОВД. Перейти. Атака 74, как вы могли видеть. Она у нас тут в паре с драконом Печенька. Так, делаем вот так. И вот так. Отличненько, ребята. Все хорошо. Сделал скриншоты. Приходится вот таким вот каким-то образом это все делать. Давайте ее дальше покормим, конечно же. Ну, на 14 давайте. Не знаю, у меня что такое магическое число 14. Вот, в общем-то, Нечжа. Девочка, мальчик. Странное существо. И она приносит 3600 в час. А почему нету бонуса? А, вот бонус 732. 3600 плюс 700. В общем-то, 4300 примерно в час приносит на 14 уровне этот божественный дракон. Что у нас тут по стихиям? Достигните 20 уровня, чтобы пробудить, но пока что мы этого делать с вами не будем, ребята. Так, давайте немножко тут пособираем. Золотишко. И пойдем сражаться на карту. Там мне осталось на самом деле буквально чуть-чуть. Вот пятый бой. Давайте пойдем вот так. Вуаля. Ух, такая дуга вот прикольная у этого. Как зовут этого дракончика, ребята? Он как поверхность солнца. Вот эти вот идут такие солнечные вспышки в результате получаются. Ладно, вот так. Готово, это первая волна. Так, теперь у нас волна номер 2. Для разнообразия нет, такой удар не интересен. Давайте металлом. Так, он забрал мою ягодку, подлец. Подлец. Дуй. Нет, не захотел, у него же... У него... А, нет, нету стихии веток, кстати, вот. Что-то я не совсем понимаю, по какому принципу они теряют сознание. Я думал, во время удара шанс есть, но что-то непонятно. Так, мы выполнили задание, давайте сейчас вернемся. Потому что мы знаем, что часто бывают одинаковые задания. Вот снова собрать еду на фермах. Нас тут просят, легко мы это выполним. Возвращаемся, собираем. И снова жетоны. Вот то, о чем я говорил. Снова жетоны. Нам осталось выполнить один бой. И мы это сделаем уже по-другому. Вот такой вот троицей. Вообще не больно было. Слабенькие. Та-дам! Пчела. Готовенькая. Не представляете себе, рысь убила целых двоих. Нанесла, скажем так, последние удары. Давайте центральный откроем. Ну, такое себе. Такое себе. Кстати, а что у нас здесь в магазине темницы? Сколько у меня здесь? 25 тысяч очков. Ух ты. Интересные штуки здесь есть. Есть дракон. Я могу купить кицуны, но мне больше нравится зомбик. А вообще можем насобирать и на чародея. 67, ну стихии такие себе. Кстати, у монаха такие же стихии, как и у чародея, только порядок разный. 67, посильнее будет. А, тут тоже 67. Зомбик 64, слабенький зомбик, конечно, ну прикольный. А, это вообще 59. Ну, ребят, на кого будем собирать? На монаха, либо на чародея? Давайте будем голосовать. Монах, чародей. Ну, робота я не рассматриваю, мы его сможем купить в любое время. Давайте сейчас вообще заглянем, что у меня здесь осталось. Какие у меня здесь есть дракончики? Так, у меня есть дракончик сокровища. Так, звоночек еще есть. Банановый дух. Нужно тоже его вывести. Так, ну пусть выводится. мы здесь пособираем. Завтра, не, ладно, не буду говорить, я не знаю, когда выйдет это видео, потому когда будет для вас завтра, не понимаю. Мультипосадочка. Посмотрим, давайте, что по акциям. Сейчас идет виповская акция. Ну, поскольку я купил вот тут фигню, лавку сундуков, лавку карточек, или как она, то есть мне дали целых 8 дней випа за 2 бакса. Очень прикольно. И мне нужно еще насобирать, ну, примерно столько же еды из любых источников. Ну, давай, по идее, успею. По идее, успею. А здесь я уже все давно выполнил. Потратьте как можно больше золота. Ну, я еду закупаю большими партиями, так сказать. Так, ну а мы здесь где? Ну, скоро... О, я еще и получу, вот смотрите, по випу эти все прикольчики. Очень-очень даже хорошо. Так. У меня, да, вип первый уровень, да. Так. Ну, ладно. Это нам не очень интересно. Так, я очень давно не сражался вот здесь. Вообще скатился, наверное, в самую попу. Кстати, у меня вообще, вот смотрите. Эта фигня вообще, ребята, работает. То есть, потому что эту фигню я, ну, вот эту вот технические работы наблюдаю уже, наверное, неделю. Она вообще там живое. Потому что я чуть не могу туда зайти. Так, а мы пойдем тогда на колдовскую арену. Давайте будем глянем по осколкам, что у меня есть. Вот, немножко я тут прокачал. У меня 21 хороший осколок и 8 отличных. Но по божественным, ну, вот вы видите, да? Давайте еще немножко качнем. Ух ты, как, смотрите, улетает моментально. Но это надо будет делать. Я надеюсь, мы получим в понедельник, ну, того дракона, который появится у нас в понедельник. И нам понадобится сразу осколочки. Будем его качать. Кстати, давайте сейчас зайдем на колдовство. Выберем божественную стихию. И, ну, нужны минимум треугольные. Минимум треугольные куски. Это хорошо. То есть вот эти нам все не нужны. То есть мы их переработаем. Кстати, ребятки, кто-то может изъявить желание посчитать, сколько, если переработать вот 4700 средних осколков, сколько можно сделать великолепных, например. Ну, это, думаю, несложно. Нужно посмотреть просто по формуле. Взять и посчитать. Это легко. Считается за 1 минутку. А мы переходим в нашу лигу. Так, и отлично, у нас сразу есть желающие отдать нам победу. Берем осень и погнали. Вот так вот. У, 26-я заколдованная облачко. Всегда путаю облако и снег, как они там выглядят. Так, ну а это у нас туземец. Легкотня. Так, Егор был нашим противником. Отлично. Сюда мы попробуем взять вот так вот. Часто встречается в противниках дракон-воздушный шарик. Так, уголек. Он же чертик. И агавушка. Все отлично справился Архангел со своей... Архангел Миха со своей задачей. Так, 15. Можно тоже идти в бой, используя тигра. Победа! Так, у нас классный сундучок. И отсутствие нужных нам кусочков. Погнали. Вообще-то у нас куча очков, да, у нас целых 6 было. Благодаря ВИПу нам добавилось еще очков. Тут у нас идет факел. Раз, два, три, четыре, пять. Целых 6 усилений можно использовать благодаря виповскому статусу. Золотой сундучок. И целый 1 осколочек легендарный. Печаль, беда, ребята. Печалька. Так. Шестнадцать у нас есть. Можно взять сюда ягодку. И вместе со всей компанией мы точно справимся. Ощутимо. Так, придется использовать усиление. А вот так вот давайте. 6-кратный урон. Фаталити сейчас будет. Так, здесь вот так. Ну, вот так можно. Выжил. Лава. Ну, и тут без проблем. Я так понимаю, тут чем меньше дракон получил урона, тем быстрее он освобождается. Потому что бывает, когда поддерешься осенью или тигром, который всех валил с первого удара, он освобождается буквально моментально. О, один трехпалый кусочек нам попался. Так, давайте сюда зайдем. Вот, осень, смотрите, у нас осень снова свободна. Так. Погнали. Еще сделаем один боечек. Сильный противник, но недостаточно. Блин, плюс 6 так мало очков дают, блин, представляете, сколько нужно боев делать, чтобы собирать эти очки. Плюс 6 за одну башню дают. Садовый удар, отлично. Молодец, осень. Редкое усиление и ничего ценного. Так, нужно сбросить нам немножко очков, потому что мы так немножко засоржались. Ну и вот так вот мне придется до 300 очков сбрасывать все это дело. Так, смотрите, вот, смотрите, вот. Факел освободится уже через минутку буквально. Очень, очень хорошо. Так, ну на этом тогда, ребятки, наверное, на сегодня все. Возможно, завтра буду делать стримчик по этой игре. Так что до скорых встреч, следите за новостями.